Так, здравствуйте все, здравствуйте. Ну что, пора пострелять по людишкам, правильно? По людишкам пора пострелять. Тут у нас тут 0%, давай. Устраните... Погоди. А, так это несколько заданий. И все, одна метка, что? А, это точка входа. Ну, снаряжение, что я тут делал? Я тут поменял прицел. А, я тут могу какие-то другие взять. Средняя, тяжелая. Да нет, мы оставим вот эту всю. Доп. Оружие, это все понятно. Капец, она тут дорого стоит. 60 тысяч это, CP-шек. Короче, у нас есть аптечка, осколочная граната, пистолет с глушителем. Пистолет с глушителем, это круто. Калаш. Ну это, блядь, да ну нах. Короче, мы оставляем все как было, короче. Я никуда не лез. И мы снайпер-ветеран, блядь, конечно. Расстояние более 2 миль. 3500. Холодный ствол. Стреляй и двигайся. Я понял девиз этой, блядь, игры. Стреляй и двигайся. Roger, Raven. What's your status? I've exited the helo, and I'm commencing recon of the plateau. Intel indicates light foot patrols and some forward observation posts only. Proceed with caution, and you should reach the sniper hides with little opposition. Understood. Короче, я понял, блядь, сейчас пролагает. Provide you with three OPs, which overlook each target location. They should give you a good line of sight on any hostiles. Sounds like a piece of cake. А карта есть? Это раздел обучения, это не то. Открыть карту, во. Так, у нас цель вот здесь. А мы внизу, но нам как-то надо залезть. Эта цель вообще вот здесь далеко. А погоди, нам надо вот этих всех убить? Ну давай первого вот сначала возьмем, да? А как туда? А, так это гора. Это гора. Это возвышенность. Это внизу. Да, конечно. Нет проблем вообще. Я кого-то слышу. Да можно лечь. Я чуть не спалился. Ой. И вижу его голову. Граната. Воу. Я не понимаю, что он говорит. А? Я же снайпер, блядь. Что? Что он сказал? Его можно обыскать? А что-то я там найду, что ли? Автоматные патроны. Тяжелые патроны. Блядь, ну, блядь, развели тут. Я думал, он в голову сразу с первого убьет. Что за фигня? Это подстава, подстав. У меня, извините, у меня снайперка без глушителя. На бегу вы быстрее расходуете выносливости, больше шумите. Ой, да тут как будто кто-то есть, да? Блять, мне показалось, что ли? Походу, реально кто-то есть. А какое мне нужно снаряжение? Мне никакое не нужно снаряжение сейчас.
Это камешки падают, что ли, так? Нам далеко идти? А так нам надо все дофига идти. А он же явно не один, да? А у меня есть этот дрон? Нет. И что мне делать? По кустикам идти? А типа меня в кустиках не видно, да? Но у меня калаш без глушителя. Тихо ты. This is Raven with a sit rep. Roger, Raven. Go ahead. I'm heading for the lobby overlooking the port. Good. We just received some fresh intel on Zaza. He may be conducting a deal today. Our sources tracked a known weapons supplier crossing the border earlier on the main road to that location. If we're lucky, you'll catch them both. Do you have anything on the supplier's ETA? Это какая-то шишка, да? One of the locals may have more info. Look for a hostile station near one of the comms relays. Это что такое? Почки? А. Все, это все? А как мне их всех устранить? Без палева. Мне же явно не здесь надо убить кого-то. А, ну да, мне надо выше идти. Или ниже. Я понял. Тридцать 8 метров. Они сильно спалят, если я выстрелю. Типа будет же бабах, блять. Нет? 165 метров. Он бинокль палит. Они спалили. Охуеть, вот это прикол. Метров, погоди. Так, еще. Это что, у него нога торчит? Они ко мне идут, что ли? Ой, блядь, проблема. Я, по-моему, все делаю очень шумно. У меня же есть аптечка, да? А как завязать аптечку? А, это как в папке, блядь, бинтами перевязываться. Все, понял. Ну. В принципе, я понял. Сколько? 150 метров. Господи, иди сюда. Надо глушитель где-то нарулить. По-моему, что тут? Это все трупы помечаются. Давай тебя полутаем. Да, я хотел это все тихо сделать. Вы сами напросились, вы сами сюда вообще пришли, ребята. Капец, но первый выстрел был вообще красивый. Давай, пойдем. Дальше, пойдем. Я как-то туда могу наверх залезть? У меня, в принципе, снайперских патронов 25. Мне вообще должно хватить.
Прям 100%. Но одно мне не нравится. То, что у меня... Блять, говно какое-то. Прыгнуть и забраться. Так, оп, 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 оп. Человек-паук в деле, блядь. Чё я говорил? Мне не нравится то, что... Чё-то мне не нравится, всё. Этот пистолет не убивает с одного патрона, во. Еще будь. Так, я дошел до метки, до точки. Ой, я могу патрики здесь выполнять. Я могу вообще все подобрать здесь. Вот давай сюда. Все на базу. Так. Над портом. Мне надо не поднимать Зарза. Так надо Зарзу найти, получается, правильно? Ага. Так, это у нас два бинокля. Это что, у нас снайпер? Ну, я не знаю, двоих я смогу убить сразу. Что такое? Поднятый контейнер. О, это он? Капец здесь народу. А как мне найти эту заразу? Тут же их вообще херова гора. Погоди. Разрывные, да. А где зараза? Мне же его надо убить. А как его убить? Как его найти? Я, конечно, все понимаю, то, что снайпер это дело такое. Во! Я вижу таргет. Agreed, but the basics don't change. Get him stationary to improve your odds. I'll line him up somehow. Как ты его заставишь? Send when ready. Я знаю то, что мы можем его заставить остановиться. Знаешь как? Убить его просто. Согласен? Сейчас за контейнер зайдет, потом вот здесь будет. И в принципе 1000 метров. Надо поменять. 1100 почти. То есть это вот так где-то, блядь. Погоди, 1100 вот здесь. 1100. 1100. Плюс ветер. Плюс будет пули лететь. Надо еще, блядь, будет перезарядиться. Его надо как-то остановить. Чтобы его остановить, у нас вот тут даже есть контейнер. А я смогу контейнер? Any thoughts on that? I see some maintenance men on the roof. Looks like the ventilation system. Так. He must have paperwork he'd want to protect from a small blaze, right? О, разрывные нужны. Разрывные. А у меня есть патроны разрывные? Нет. Мне надо, короче, попасть в канистру, чтобы был пожар. Куда моя зараза-то ушла? А, вон она. Погоди, сколько это канистры? 1174.
1150 вот так, 74 где-то вот так. Сейчас надо попасть в эту канистру, чтобы был пожар. Угу. 1174 плюс-минус 1250, вот где-то вот так где-то. Давай. О, пожар есть. Ира, я попал. В смысле, цель убегает? Тысяча. А, что делать-то, блядь? Да я сейчас, блядь, убью. Да ну вас нахер просто. Понял, пожар не вариант. Все. Тема пройдена. Давай вот так убьем, блядь. Ну невозможно так, знаете. Я думал, это будет пожар нормальный. Они меня спалили. Тысяча сто. Нет. Тысяч сто, блядь. Плохо дело, блядь, это называется загрузить последнее, блядь, сохранение. Так, нахуй. Короче, надо за ним последить. Потому что мне сказали конкретно сделать так, чтобы был пожар в вентиляции. Правильно? Правильно. Я это сделал. У меня нет глушителя, да? Вот что я не сделал. Вот почему они меня палят. Вот почему весь геморрой. 1100, ну блять, ну это Unreal. Где-то вот здесь его надо выцеплять. Когда он вот так идет по прямой. Тысяча. 1200 1150 1150. Но это же надо еще пулю, сколько она будет лететь, правильно? Сколько? 1150. Прям в голову, на нахуй. Вижу, не в голову. Все, блядь. А чё, там это? Капец-то поднялся, нет? Нет? Типа всем насрать? Эвакуируйтесь, чтобы получить награду. А. А вот этих вот. Как их устранять? Нет, погоди, это еще не все. Я не поднял тревогу, не надо мне гнать. Все, чики-пуки. А, они меня ищут, типа, понятно.
Режимы маски. Зачем мне режимы маски? У меня же еще цели есть. Вы что, гоните? Ой, я еще и плавать могу, да? Так. Погоди, у меня еще две цели. Еще две цели. Понимаешь? Мне сюда? Ну, в теории. А, так мне в любом случае надо. Эвакуироваться. Да? Или нет? Я себе обосрался. Давай эвакуироваться отсюда. Все, блядь. Надо оглушитель. Вот что нам надо. Хорошо. Изменение снаряжения приведет к потере всего, что вы нашли во время задания. Понятно, короче, покинуть регион. Да, все, покидаем регион. Хорошо, мы красавчики, мы уничтожили одну цель. Поэтому знаете, что это значит? Это значит то, что эта серия подошла к концу. А вот в следующей серии мы уже убьем второго челика. И возможно, кстати, третьего, как... оно пойдет. Всем спасибо, кто просмотрел этот ролик. Не забудьте поставить лайкусик, так чисто по-братски. Покедово.